6:15 утра. Мы в Хапутале. Собираемся ехать на Липтон-Сид. Вот. Для этого нужно прийти на остановку под названием Дамбетенна. Она единственная. И автобус только отсюда отправляется в эту сторону. 6:30 будет автобус, по идее. Мы поедем, да? Да. Свежо? Да. 21 градус на улице. Да. Все, будем ждать автобус. Вот мы прибыли на конечный автобус в поселок Дамбетенна. Нам идти 4,6 километра вверх в гору. Вот такие сельскохозяйственные места. Морковку выращиваю, чеснок. Это такая классическая горная деревня. Высота 1400. Вчера вечером был сильный дождь. До сих пор по рыкам вода бежит. Идем четко по GPS. Дорога вроде хорошая. Да, роса такая вот. После дождя. Пойдем вверх. Наверное, вот туда. Так, дорога идет через школьные, ой, через чайные плантации. Опять-таки чеснока много выращиваю здесь. Здесь чай. Там везде чай. Школьники идут в школу. Все в зимних шапочках. Все-таки январь на дворе. Нам постоянно идти вверх. Затяжной подъем. По дороге нас подобрал тук-тукер. Договорились за приемлемую цену за 300 рупий подняться вверх. Ехать лучше, чем идти? Да. Обратно пойдем пешочком. Школа, куда они шли? Да, вот школа. Вообще, малые такие. Все, мчим дальше. Так, тук-тукер нас довез до входа. Здесь платим по 100 рупий с человека. И дальше идем... Но по чайным плантациям непосредственно к Липтон-Сид. Везде чай, да? Да. Погодка пока нормальная, но немножко облаков. Мы уже подходим к вершине Липтон-Сид. Вот. Картинка, конечно, красивая здесь. Осталось меньше 200 метров. Вон туристов уже видно. Вот где-то там эта точка. Но пока туч сильных нет, нам везет. Все, вот мы практически на вершине. Впереди скамейка Липтона. Лена зовет. Красивый вид открывается здесь. Ух! Ух! Еще солнце пробивает. Я вообще... Это завораживает. Красиво. К
колосс. Вот. А в эту сторону вот так. Чайные плантации. Вони. Вот этот дяденька Томас Липтон. Вот такой вот Липтон Сид. Спуск от Липтон Сид. Вот подходим, здесь деревушка между чайными плантациями. Интересная штучка. Женщина на крыше выкладывает белье сушить. На другой крыше сушатся тоже. Дорога обратно идет полностью через чай. Чай везде. Слева, справа, сзади, вверху и эвкалипты. Красиво. Как тебе понравилось? А чай? Листочек покажи. Это красота. Молодые чайные листочки. Вот. По дороге обратно мы еще вот увидели пчелиные соты на дереве. Вот дикие соты. Чайный мед. А дальше эвкалипты. Вот дальше дорога идет вот так, вот у нас вдоль обрыва, мы вот там вот будем потом идти по серпантинам. Вот сейчас вот такое зрелище открывается. Ух! Класс! Сверху чай, эвкалипты. И внизу долина. Как красиво. Спустились мы с Липтон Сид, дошли до автобуса и решили, что-то хопотали здесь 10 километров, пешочком прогуляться. В общем, зрелище очень интересное. А вот название чайных плантаций. Вот мы уже прошли 7,4 километра оттуда. Вот вид какой открывается.
во-первых, чай и эвкалипты. Вот так вот мы ехали автобусом. Поднимались наверх. Виды открываются шикарнейшие. Ух, красиво как. С погодкой нам повезло сегодня. Так, последние вот 2,5 километра до Хапутале нам остались. И мы вошли в облако. Под нами молоко такое. Мы идем, и реально облако ползет. Скажи, зрелище. А утром мы здесь ехали, здесь такой вид красивый. Вообще, как ежики в тумане. Чай в облаках. Красиво. Остается 1,8 километров до Хапутале, мы уже полностью видим наш поселок. Вот он. Справа мечеть. Вот и все, весь наш поход. Это как облако находит. Ты видишь? Смотри, как покрывается. Да. Сейчас облако накроет. Заходит на Хапутале. Вообще. Можно немножко представить, как цунами происходит, только, наверное, в 150 раз быстрее. Это как песчаная буря. Только пар.